В лицее номер 3 в рамках проекта «Молодые таланты Сарова» торжественно открылся 17-й зимний физико-математический турнир и 3-й турнир «Юный биолог». Ребята с 8 по 11 классы, желающие выйти за рамки школьной программы, с помощью педагогов из ведущих вузов страны 10 дней будут углубленно изучать математику, физику и биологию. Основная цель турнира – это встреча талантливых школьников с ведущими преподавателями страны. Нам посчастливилось, что уже 17-й год к нам приезжают одни из лучших преподавателей. Это и лидеры национальных сборных, и те, кто имеет результативный опыт подготовки школьника к региональным и всероссийским олимпиадам. Помимо лекций, много времени отводят практике. На время турнира участников освобождают от уроков. Семинары, мастер-классы, олимпиады идут целый учебный день с перерывом на обед. Принимаю участие в турнире «Юный биолог» второй раз. Как в том году, я ожидаю высококлассную подготовку к олимпиадам первого уровня, а также некоторые знания, которые помогут мне на экзамене. Этот турнир замечателен тем, что на нем нам дают именно практические навыки, которые могут понадобиться, например, на региональном заключительном олимпиаде Всероссийской олимпиады школьников. В этом году своим опытом с ребятами делятся педагоги из МГУ имени Ломоносова, МФТИ, научные сотрудники ВНЕФ. У нас уровень требований уже к изначальному уровню подготовки все-таки есть, потому что мы проводим занятия не по обычной школьной программе, и в наших занятиях предполагается, что основы такой вот школьной математики, физики дети уже хорошо знают. В последний день турнира организаторы проведут финальную олимпиаду. По ее итогам определят победителей и призеров. Но для детей, которые занимаются в проекте «Молодые таланты Сарова», это один из промежуточных этапов. Каждый год ребята принимают участие в подобных состязаниях и раз за разом преодолевают новые ступени науки. Я принимаю участие в физико-математическом турнире уже второй год. Первый год был очень полезным. Мы готовились к региону по математике. И благодаря преподавателям, зимнего турнира, город Саров очень хорошо выступил на регионе. Вот. В этом году я ожидаю того же, что мы получим новые знания, узнаем что-то полезное, что-то нужное. Всем победителям и участникам турниров выдают свидетельства о прохождении испытаний. Но главное для них не это. Их конечная цель – получить такие знания за все годы углубленных занятий, чтобы воспользоваться ими на предметных олимпиадах различного уровня, успешно сдать выпускные экзамены в школе и без проблем поступить в ведущий вуз на выбранную специальность. Юлия Богоносцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.